Ну что, друзья, сегодня мы находимся на Кипре, и вот хотел взять небольшое интервью у Жени Чагина с Якутии, директор пока что компании Oriflame, но я думаю, что скоро-скоро совсем будет бриллиантом. Жень, как думаешь, почему многие мужчины думают, что Oriflame это непонятный там бизнес? Почему ты вообще пришел? Какие мысли у тебя? Да здесь все просто. Во-первых, ну, как бы, ты говоришь, непонятный бизнес. До того момента, как я пришел в Oriflame, что я думал об Oriflame? Все то же самое, что думают другие. Что это косметика, что нужно бегать с каталогами, нужно там что-то кому-то впаривать, да? Вот, когда мне предложили первый раз, ну, вот посмотрите на меня, да? Моя фраза была один в один сказана: я и Oriflame вещи несовместимые. Но мой спонсор Наталья Тимофеева, она пошла немножко другим путем. Вот. Путь, наверное, скорее всего, какой-то паузы, да? Она не стала меня одолевать, что вот, тебе нужно, тебе необходимо, как у нас некоторые бывают, настырные такие. Естественно, происходит отталкивание таких моментов, что вот действительно, да, зануды впаривают. Она мне просто подарила витаминки, коктейль. А так как я человек спортивный, я начал это все изучать. Во-первых, коктейль мне принес легкость в желудке, если сравнивать его со спортивными коктейлями. И для меня немножко было непонятно, вроде бы как протеин, протеиновый коктейль, почему так легко. Я начал изучать. Естественно, когда все изучил, я понял, что это именно то, что я искал долгие годы. А когда я изучил всю линейку, я уже, можно сказать, обрадовался, что там не только коктейли и витамины, там есть батончики, там есть супы на перекусы. А по поводу бизнеса это пришло чуть позже. Благодаря, конечно, ролику Полежаева, благодаря Наталье, которая мне объяснила, что такое бизнес. Ведь сетевой маркетинг, это на самом деле нет никаких сложностей. Главное донести для человека, что это ему необходимо. Ведь сетевым маркетингом он занимается каждый день. Каждый из вас кому-то что-то рассказывает, что он посмотрел классный фильм, что он купил классный автомобиль, что он там классную футболку приобрел. Но что парадоксально, да, все, что вы рекламируете кому-либо, вы не получаете ни дивидендов, ни какой-то благодарности от этих компаний. Даже сходили в кино, посмотрели там суперфильм, посоветовали своим друзьям. Columbia Pictures вам что-нибудь это, за это дала? Я думаю, что ничего. Компания Oriflame дает вам столько возможностей, о которых вы даже еще не представляете. Когда я узнал все возможности Oriflame, у меня шевелились волосы. Ни одна компания в мире столько не дает. До компании Oriflame у меня даже не было загранпаспорта. Я никуда не выезжал. Я был раб зала. Я заходил в этот зал рано утром и выходил вечером. Что я видел? Кроме тренажеров и своих клиентов, ничего. Я побывал уже с компанией Oriflame на банкете, на мегафорумах, на конференциях, на семинарах. Вот второй раз я выезжаю уже за границу. За 2 года второй раз. Для меня это, естественно, как бы, так сказать, новый мир. Я для себя открыл новый мир. Раньше я находился под колбой. Теперь я ее разбил. И советую сделать это вам.